Крутится в голове, чтобы не забыть. Хочу с собой поделиться, да, чтобы не забыть. А то я 25 лет занимаюсь в тренажерном зале, мне надо говорить, иначе я забуду. Хотелось бы маленькое сравнение провести, да, ты уже сказал, Андрей Репницын уже сказал, что «Золотой тигр» является самым крупным фестивалем силовых видов спорта в Европе. И вот на этот праздник я уже второй год приезжаю, с радостью ждал этого события целый год. И всегда спрашивают журналисты меня вот в родном городе, интересуются в сравнении «Золотой тигр» и известный фестиваль «Арнольд Классик», который проходит в Америке ежегодно. Вот все и часто очень спрашивают, чем они отличаются, эти фестивали. Я так думал, да ну ничем, собственно говоря. Ну такой же фестиваль, даже крупнее, ну где 1000 человек в соревнованиях по пауэрлифтингу вы увидите. И вот никто не даст соврать, в каком шоке были американцы, которые в прошлом году приезжали, да? Yeah. У них вот челюсть упала, они увидели, в каких помещениях у нас проходят соревнования по пауэрлифтингу, в отличие от Америки, где всегда, знаете, в закутках, чуть не в гаражах, да, проходят. Они увидели отношение к нашему виду спорта, они увидели ажиотаж, что вот количество людей, накал страстей, эмоций на помостах, были в шоке. Так вот, что хочу сказать. Ну вот в Америке, ну что, Арнольд Классик чем отличается? У них Шварценеггер только есть. А у нас Бадюк есть. Собственно говоря, мы еще посмотрим, чей турнир круче. Ну вот так. Молодец, заучил.